привет, всех рад видеть вас на моем канале. Сегодня пятница, а это означает, что сегодня будут жесткие бои по боевому самбо. Специально для вас засниму два своих боя. Ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, будет интересно, ребята. Первый бой у меня сегодня против Амира. Ему 13 лет, чемпион Саратовской области по рукопашному бою. И неоднократный призер и чемпион всероссийских турниров. В общем, сложная будет работа, но у меня опыта больше, у него опыта меньше. Поехали. Второй мой бой против Егора. У него второй взрослый разряд по рукопашному бою. Весовая категория 73 килограмма он дерется по рукопашке. Я вешу 66. Преимущество у него, но также опыт за мной, ребята. Посмотрим. Нормально.
Как вам мои бои? Пишите в комментарии. Два очень сложных боя. Первый бой был немножко полегче, потому что Амир полегче и весом, и опытом. Егор, он и старше немножко Амира. Вот, с Егором уже пришлось чуть тяжелее, но, по-моему, я выиграл. Пишите в комментарии, кто победил, ваше мнение, чего не хватило мне или хватило.